Скрипка, бокалы с дорогими напитками и официальный дресс-код. В максимально торжественную обстановку попадал каждый из гостей-предпринимателей края, участников конкурса «Народный знак качества». Уже третий раз его организуют информационное агентство «Амител» и радиостанция «Бизнес-ФМ», объединяя премии не только крупные фирмы, но и маленькие ИП. Как бы не ожидали, потому что участвовали среди больших компаний. У нас ателье небольшое. Вот. Ну, спасибо очень большое клиентам, большое спасибо премии «Народному знаку качества», что создали такое. И я хочу сказать, начинать свой бизнес никогда не поздно. А чтобы начать бизнес правильно, нужна фортуна, критика, разум и лидерство. Именно эти четыре героя весь вечер радовали гостей своими выступлениями. Особенность премии не только в перформансах и красивой церемонии. Победителей большинства номинаций конкурса выбирали жители края. Народное голосование. А накрутки переживать не стоит, говорят организаторы. Результаты выгружали вручную. Ну, вот нам пришлось пойти на этот шаг, и на данном этапе она одна из самых эффективных. То есть мы видим в режиме реального времени, кто и как, когда голосовал, с каких IP-адресов, и только так, ну и с помощью еще других секретных технологий, мы можем отследить любую накрутку. Зрители голосовали в 15 открытых номинациях, еще 4 были тематическими. Там решения принимали партнеры и организаторы конкурса. Кстати, в этом году стало на одно направление больше. Добавили сервис и услуги. А самая популярная номинация по традиции коснулась торговых сетей. В общей сложности на премию было заявлено почти 500 организаций со всего края. Премия «Народный знак качества» в этом году сделала своеобразный рывок вперед. Это было понятно по той активности, которую проявляли жители Алтайского края на протяжении всех 2 месяцев и номинирования, и голосования. Вот приведу пример такой статистики. За первые 4 дня с момента старта премии в этом году было подано около 2000 заявок от жителей Алтайского края и номинировано около 200 компаний. Номинировали не только бизнес больших городов, но и множество компаний из районов края, например, Волчихинского или Смоленского. Способствуют развитию предпринимательства хорошие меры поддержки. Мы в ближайшее время выплатим примерно, Александр Сергеевич, я подзабыл цифру, около 400 миллионов рублей, где-то 250, да, нашим представителям малого и среднего предпринимательства, компенсировав часть расходов, связанных с обновлением своих производственных фондов. Организаторы уверены, что в следующем году заявок будет ничуть не меньше, ведь количество предпринимателей стабильно растет. За 5 лет их число в регионе увеличилось на 30%. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, «День с толком».